Всем привет! Вы на канале Мистер Дим. С Димой мы приехали в торговый центр погулять. Нет, я просто голос. Привет! А, вон. Вон там зеленый человечек. Дима поздоровался с ним. Привет, пошли. Пойдем. Вот он, да, человек. Давайте поднимемся наверх. Здесь в торговом центре прохладно, не то что на улице. О, какие паровозики, да? Здрасте. Что там? Машинка с инструментами. Машинка с инструментами. Черепашки, да, всякие? Смотри, может, какого-нибудь такого летучего ему взять этого? Щенячий патруль, да? Пип, Дима уже. О, смотри, Дим, идем, подожди, вот тут динозавров посмотрим, ну да? О, какой здоровый, да? Вообще. Это кто, дракон? Не, это робот-дракон. Он, я так понимаю, садится, встает. Супер. Супер-динозавр. Супер-дракон, да? Робот-дракон. Робот-дракон, вот тут у него кнопочка. Сверху. Зеленый супер-дракон. Нам откроет тетя, покажет, какой дракон. Там! Прям живой, да? Гибкий очень. Угу. А он не на пульте? Нет, там вот есть кнопочка. Отдыхает. А я думала, он встает почему-то. Пока. Во, грузовик нашли, да? Целый грузовик от Уилсов. Поехали. Папа, я туда не залезу. Мяу, мяу,
Все, поехал. А сигнал есть, нет? Не работает? Нет. Филипп, закрывай. Сильно не хлопай. Надо хлопать. Ду-ду. Дима везет Hot Wheels. Хорошо, хорошо, отойду сейчас. Ищите специальные вызники, встречаться и экономьте еще больше. Ага. Битва на мечах. Кто победит, Дима или мама? Я! Дима победит? Пап! Давай, мне тоже, да? Я тоже. Так. Давай за малый! Давай. Воин одного же так не подойдет. Один за всех и все за одного, да, Дима? Вот да. О, давай скрестить. Смотри, надо скрестить мечи вот так. Давай. Давай. Ха. Да, мы тоже хотим. Да. Смотри, какой яркий. Красивый. Мам, это онлайн. Мы решили, давай этот Star Wars. Встреч. Бах. И новые интересные. Мне кажется, вот этот крутой. Star Wars, конечно. Он и выглядит круче. Это какой-то непонятный. Ну, он такой большой, видишь, ну как пулемет такой, дыщ-дыщ-дыщ. Вот пульт. А вот еще бластеры, смотри. Не, мне вот этот понравился. Вот. Да, ну давай выберем. Слушай, а вот у них даже маска Человека-паука, вот маска разговаривает, да? Так, все, выходим. Может, маску возьмем? Кстати, он любит Человека-паука, правда. Может, мне кажется, вот эта маска, она говорит, нет? Наверное. Меня больше интересуют человеческие пауки. А вот еще маски есть, вот. Вейдер есть. Осторожно. Герои какие-то. Где? Железный человек. Они не говорящие, это просто маски. Просто маски. Ну вот это вот крутая какая-то. Пойдем за мамой? Нет. Ты что, все выпил? На, еще попей.